Он нас предал. И не только нас. Он предал и учителя. А он с нами ходил, он с нами ел. А мы думали, что он ученик. Не все ученики, кто ходит за нами. Иуда просто не выдержал испытания. Ну давайте хоть что-нибудь узнаем об учителе. А где Петр и Иоанн? Я их не вижу. Я видел, как они украдкою пошли за воинами. Возможно, они что-то узнают. Все равно не имеет смысла здесь сидеть. Надо идти. Может, мы сможем помочь учителю. Петр, ты что-то узнал? Где Иисус? Где? Куда его отвели, Петр? Люди говорят, его повели в Адор для возвещения Каиафы. Петр, может быть, ты знаешь, в чем его обвиняют? Я ничего не знаю и пытаюсь узнать. Иоанн, у тебя же знакомый придворный Каиафа. Проведи нас туда. Хорошо. Я отведу вас во двор к первосвященнику. Пойдемте, нам нужно все узнать и попытаться освободить его.